Животных из семейства оленевых легко отличить по характерным рогам на голове. Самцы этого семейства в течение целого года отращивают шикарные рога, а в конечном итоге избавляются от них. На следующий год все повторяется снова. На то, чтобы вырастить такие огромные рога, как, например, у лося, животному требуется потратить много сил и хорошо питаться. Зачем же природа создала такой странный механизм? Мяу. Рога оленевых представляют собой костное образование верхней части черепа, которые, как правило, являются симметричными. Они развиваются из хрящевой ткани, а впоследствии обрастают костной тканью и становятся твердыми. Рост рогов начинается в начале сезона весной, когда рога еще молодые, они мягкие, покрыты пушком и пронизаны сетью кровеносных сосудов. Затем происходит своеобразная линька, когда с рогов сходит пушок. По мере роста кровеносных сосудов становится все меньше, костная ткань твердеет, превращая рога в грозное оружие. Стоит отметить, что рога скидывают не все виды оленей, и этот процесс связан с местообитанием животного. Период размножения оленевых происходит на осень, начало зимы. В это время самцы ведут ожесточенные схватки, выясняя, кто же из них достоин стать отцом будущего потомства. Как раз для выяснения отношений и нужны рога. Чем больше возраст самца, тем более мощные и разветвленные рога украшают его голову. А после завершения брачного сезона оленевые умеренных широт, такие как лось, пятнистый олень и многие другие, сбрасывают рога за ненадобностью.